Дорогі друзі, повертаємося до студії, і у мене тепер в студії не одна прекрасна Савіцька, а ще й багато красунечок, яких ми раді представляти. Отож, ми представляємо Олену Шугай, маму юних наших актрис, цих зірочок. Наші маленькі зірочки Марія та Дар'я Бурлаченко. Привіт, дівчатка! Дівчатка, доброго ранку вам. Добрий ранок. Дякуємо за те, що ви завітали до нас зранку, не дивлячись на те, що хотілося, можливо, поспати. Дивлячись на маленьку Дашуню, точно, ти надивиться, думає, чого ви мене так підняли зранку? Отож, дорогі друзі, дійсно, привіт нашої сьогоднішньої розмови не простий, тому що ви учасниці, та ще й не просто учасниці фестивалю, який називається «Золотий ключик». Хотілося б дізнатися, що це за фестиваль, що за конкурс, щоб ви більш детально розповіли нашим телеглядачам. Можно я тогда начну? Детки меня поддержат. Сначала мы, конечно, хотим наших уважаемых ведущих поздравить. Мы приехали с кинофестиваля, и вот такой символический золотой ключик угощаем. Да, девочки, угощаем. Вот, дякуємо. Пожалуйста, возьмите, это мы сами готовили. Дякуємо. И хотим рассказать, что нам очень повезло. Мы побывали на кинофестивале, это был первый всеукраинский детский кинофестиваль «Золотой ключик». Спасибо деткам, которые могли и маме тоже показать, насколько это все было интересно и красиво. 16 лет в Бердянске уже проходит для взрослых кинофестиваль. Первый раз провели для деток. Уровень очень хороший, было очень интересно как деткам, так и их родителям. Вот. И хотите рассказать, где мы были? А Даша хочет рассказать. Мы ездили на фестиваль. Мы были на фестивале, и он назывался «Золотой ключик». Мы там очень много познакомились с артистами, знаменитостями. Вот нашей Дарье больше всего понравился Верастюк, потому что он был очень огромный, она ему сказала. И она решила, что он богатырь, но единственный минус — у него не хватало Змея Горыныча. Это слова Даши. Мы участвовали в многих конкурсах для детей. До речи, конкурсная программа, так что с собой представляла? Каждый день было что-то новое. И художественное чтение, и танцы, и песни. Очень много всего было. А модельные показы, думаю, что где же. Як взагалі можна таких, таку малечу, таких крихіток підготувати до дійсно такого серйозного фестивалю і художні читання? Скільки тривав час підготовки? Ну, если честно сказать, они не понимают, что это конкурс. Мы просто все играем. Мы играем настолько весело и интересно, что даже импровизируем, так сказать. Когда Даша вышла на подиум, показ был, то она решила, что можно всем воздушное... Всех поцеловала. А, Ванечка, правильно. А можешь показать, как ты это сделала? Можешь? Танцевать будет? Ну, я не уверена, что... Как ты поцеловала всех? Можешь показать? Воздушный поцелуй, как ты показываешь? Покажи. Ну, сейчас мы сориентируемся. Да, может, даже проснемся, потому что, судя по всему, мы еще встали, а не проснулись. Было очень много в жюри знаменитых артистов. Ильина, Кадочникова, Демиртаж, которые проводили творческие вечера и потом еще мастер-классы. То есть по художественному чтению тоже было интересно послушать, как маленьких детей учить быть уже артистами. Тобто, як я бачу, що неспроста і не просто так провели ці дні, дні конкурсні, тому що багато чого навчилися. Взагалі, їхали на конкурс, якусь програму готували, чи це все ж таки була форма більше навчання? Ну, навчання також, але до цього ми знімалися в дитячому серіалі «Байки», як ми туди попали. Це був совместний проєкт «Бригантини» і «Байок». А «Байки» – це той же «Яралаш», тільки вже український. Детки, начиная с 5 лет, просто пробуют себя в роли артистов. Это довольно было интересненько. И родителям тоже, то есть девчонкам и мальчишкам, а также их родителям. До речи, на фестивале как батьківське дозвілля организовывали, потому что и твоїхам было много цікавих и мастер-класів. Батькам, я думаю, також було весело, тому що участь у всіх цих конкурсах, підготовка, дійсно, як для дітей це була гра, але для мами, я думаю, це була велика робота кропітка. Что есть, то есть, но нам было очень интересно, потому что, ну, общались с интересными людьми, и, ну, вот у мамы не было такой возможности побывать на таких фестивалях. А все-таки были представлены 12 городов Украины, и вот большая радость,
Николаев взял гран-при кинофестиваля. То есть в город пришел тот же «Золотой ключик», он сейчас находится в одном из модельных агентств города. Угу. Так что было очень интересно всем. Ну що ж, дорогі друзі, я пропоную зараз подивитися невеличку відеоперебивку щодо того, як проходив фестиваль. І після цього ми обов'язково повернемося до студії і продовжимо розмову із нашими юними талантами. Более 150 ребят из разных областей Украины приехали в Бердянск на первый всеукраинский фестиваль «Золотой ключик». Главное на кинофоруме, конечно же, дети, талантливые и одаренные. Этот проект может начать как бы новый росток от «Бригантины» и сделаться площадкой для детского, вот именно начального кинотворчества. То есть дети могут показать, мы будем выбирать из множества, из всей Украины детей, выбирать талантливых, одаренных и просто желающих дальше идти развиваться в разных направлениях искусства. Среди участников форума 9-летняя Диана из Запорожья. У нее уже есть опыт работы на съемочной площадке в сериале «Байки». У меня была главная роль, и у нас была очень интересная серия. Мы играли в прятки, и мы спрятались в подъезде, и вдруг мы выходим, и мы уже перенеслись в другой год и вообще в другой как бы мир. Этот другой мир требует больших знаний и большого труда. Главное – покорить экраны мира. К этому стремится 14-летний Виталий Тричев из Мелитополя. Я хорошо знаю английский язык, я жил месяц в Оксфорде. Я его как бы прекрасно знаю, свободно общаюсь. А есть, да, мечта поехать в Голливуд, там сниматься, конечно, с Брэдом Питтом, там все, то есть сняться, мечта есть. Приблизить детей к осуществлению мечты помогут мастер-классы ведущих кинорежиссеров и актеров Украины. И любая, хоть маленькая поддержка, это самое главное. Когда ребенок работал, он снимался, там, не знаю, что-то сделал, надо его поддержать. Отож, дорогі друзі, повертаємося до студії і повертаємося не самі. Це нагадую для тих, хто щойно долучився до нашої студії. Сьогодні розмовляємо з юними актрисами. До нас сьогодні завітали маленькі зірочки Маша і Даша Бурлаченко. Вони дійсно юні акторки, юні зірочки, які принесли дійсно золотий ключик у Миколаївщину і довели, що Миколаївщина – це творче місто. Тебе перстеник гарненький. Також з нами їхня мама, не менш гарна, не менш талановита Олена Шагай. Отож, продовжуємо розмову, і хотілося б ще дізнатися найяскравіші, мабуть, враження ваші, як дорослої вже людини, яка розуміла, що це таке, що це фестиваль, що багато відомих людей, що це для вас було? Ну, не хочу повторятися, але скажу опять же, було цікаво нам просто подивитися цю всю життя за куліс, як кажуть. Тому що от ці всі, коли виходять і улыбаються, кажуть, що праздник постійно, але взагалі за кулісами це постійно якісь швидко-швидко, ці дітки, слава Богу, що вони не підводили, все время в строю. І дуже подобалось батькам, це майстер-класи, які проводили знаменитості. В журі ще були хореограф из Израиля, которая для деток провела очень хороший мастер-класс и потом еще и наградила дипломами наших девочек, что тоже очень До речі, дипломи також можемо продемонструвати нашим телеглядачам. Ось такі дипломи отримали дівчата. Їх, до речі, тут не один. Да, благодарності і дипломи. Є чому гордитися. Бачимо, які молодці, дійсно. Успели. Все встигли так зробити. Целая неделя был фестиваль, так что каждый день была новая программа. Помимо творчества, детей возили и в аквапарк, и в зоопарк. То есть, и мы жили в очень хорошем, удачное название, райский уголок. А везде уточки. Да, там был свой зоопарк. И уточки, и павлины, и страусы. Кого ты еще, солнышко, увидела там? Понравились тебе уточки? Да. А что еще ты там видела? Тигрятов. В зоопарке были тигрята, да. Я видела мамона. Жирафы были, мы всем давали им. И тигрулы. И тигрули все мать. Были. А кто сам больше всего понравился тебе? Из зверей кто больше? Верблюд. Верблюд, да. А тебе кто больше понравился? Мне страус.
страус. Ну вот, впечатления, как видим, были на кинофестивале, но самое большое впечатление – это страус. И страус. Девчонки, а что еще понравилось на конкурсе, кроме зоопарка? На подиуме понравилось тебе быть? Моделька, да? Наш модель. Получила титул «Перспективная модель». То есть будем теперь оправдывать оказанное доверие. Друзі, я хочу показати. Дитина так гарно показує перстеник. Давай, оденем тебе, щоб показали, какое у тебя красивое колечко. Это специально на этой ручке, потому что воздушные поцелуи мы только правой рукой. А давай сделаем воздушный поцелуйчик с красивым колечком. Колечко не надо всем светить. А еще отберу, да, говорит? Так что, тому ось так бачимо, друзі, дійсно, ваші діти можуть усе зробити, головне вірити в них. А взагалі, як, з чого все почалося? З вашої ініціативи, чи все ж таки якісь були задатки все ж таки у дітлахів, що ви помітили, що треба розвивати? Ну, скажу банально, но это дело случая. Когда нашей Дашеньке было 9 месяцев, нам позвонили абсолютно чужие люди и пригласили на фотосессию. Как на нас вышли, мы даже не знаем, знакомые через знакомых. Мы первый раз в 9 месяцев, когда было Дашеньке, поехали на фотосессию, реклама там одежды. И вот оно, один, два, потом мы пошли на танцы, и потом мы... Вот так по чуть-чуть и снялись уже в нескольких детских сериалах. Ось так бачите, все буває раптово. Яке активне життя у малечі. Ми бачимо, що Маша щось нам наспіває, нашептує. Ми знаємо, що ти знаєш віршик. Ми зараз дуже виразительно розкажемо один із стишків. Ми готовили їх дуже багато на конкурс. Я зараз розкажу маленьку ріночку. Давайте Маша розкаже, а потім і Даша, хорошо? Машенька, розкажи нам, пожалуйста, стишок дуже виразительно, ми всі послухаємо. Маленька Іночка сіла на скамеечку, покормила миску, почитала книжку. В этой книжке все понятно, в этой книжке все занятно. Про деда и бабу, про курочку и ябу. Про мышку и епу, про внучку и детку, про Ивана дурачка, что у меня есть секреты. Про пучиного мышка, тут дыхай на ходу. Про веселые девушки, типа и науковки. Все понятно в этой книжке, непонятные буковки. А вот теперь я расскажу. Рассказывай. Маленькая Иночка села на скамеечку, покормила мишку, прочитала книжку. В этой книжке все занято, в этой книжке все понятно. Про деду и бабу, про курочку и тяпу, про внучку и детку, про Ивана дурачка, это сироту. Умничка, молодец, вы просто умничка. Немножечко еще не проснулись, вообще на жизни намного больше. Ну, очень рано у вас эфир. Правильно, главное про Ивана дурачка, да? Умница. Что умнее всех в роду. Умнички. А еще знаешь какой-то стишок? Ой, мы знаем очень больше, мы боимся, что мы вас теперь первым будем читать вам стихи. Даже что такое хорошо и что такое плохо Маяковского, Даша у нас тоже может. Так что. Почему звенит струна? Почему у вас скучно? Еще я не пойму, почему я не послушаю. Солнце светит, почему? Почему на небе тучка? Еще я не пойму, почему я почемучка. Умничка, ты наша почемучка. Отож бачимо, дійсно, у дітлахів просто поезія ліється з вуст. Їм тільки задай будь-яке слово, так уже можна... Вітю, наша наступна зміна. До речі, так. Отож, дякуємо вам, дійсно, за те, що завітали. Сподіваємося, що це не остання зустріч у нас в ефірі. Тим паче, що юні таланти весь час динамічно розвиваються і швидко розвиваються. З'являються нові вірші в репертуарі. Отож, ми будемо запрошувати. Ми бажаємо вам, як мамі, наснаги і всього найкращого, для того, щоб ваші дітки ще не раз вас радували такими своїми перемогами. А дівчаткам бажаємо побільше таких конкурсів і перемог. Так, дівчатки, спасибо. Дякуємо вам за те, що завітали до нас. Наостанок, нашим телеглядачам, можеш ще раз зробити повітряний поцілунок? Воздушний поцілунок. Давайте всі місті. Ой, моя та золотулька. Савіцька, все, я тебе вже не люблю, я знайшов нову пасію. Отож, дорогі друзі, такі вони гарненькі зірочки. Взагалі, я люблю.
Да? Хорошо, все. Не претендую на любовь. А я массу люблю. Ось так, обмінялися. Ось такі вони позитивні та безпосередні. Дійсно, як і всі малюки.